Тракторист Александр Телепов работает в автодорсервисе 8 лет. Со своим белорусским другом мужчина на «ты». Знает наизусть каждый винтик. Проверка, которую провели сотрудники государственного технического надзора, показала, что трактор в полном порядке. Замечаний нет. А все потому, что Александр следит за своей машиной. С самого начала проверяется рулевое управление, тормозная система обязательно. Сигнализация поворота – это обязательно, конечно. Ну и состояние техники. У тракториста Александра Телепова и других водителей спецтехники проверили регистрационные документы и водительские удостоверения, осмотрели систему безопасности машин. За месяц, а именно столько длилась операция «Трактор», проверена вся спецтехника, которая находится в ведении Губкинской инспекции технадзора. Проверено порядка 200 единиц техники, принадлежащих различным организациям. В инспекции выполнено 10 рейдов. Охвачены практически все месторождения, находящиеся в округе, от Харампура до Новопрупейки. Проверено в ходе рейдов порядка 100 единиц техники, в ходе плановых осмотров тоже порядка 100 единиц техники. Выявлено некоторое количество нарушений. Нарушения у нас традиционные, связаны как с техническим состоянием техники, так и с отсутствием документов. Что касается предприятия «Автодорсервис», то специалисты Гостехнадзора отмечают, серьезных нарушений, связанных с эксплуатацией спецтехники, здесь не выявлено, несмотря на огромный автопарк. В «Автодорсервисе» функционирует почти 100 единиц техники. Ну, у нас есть определенная база по ремонту и обслуживанию дорожно-строительной техники, также автобусов, есть слесаря, есть токарь, медник, аккумуляторщик. То есть, как бы обслуживать и заниматься техникой у нас есть кому, то есть и запчасти, и все как бы в наличии. Ни для кого не секрет, что 2013 год губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Кобылкиным объявлен годом народосбережения. Поэтому сотрудники Гостехнадзора всем работникам проверяемых организаций вручали стикер с эмблемой года народосбережения. Все мы знаем, что любое транспортное средство предоставляет определенную опасность как для жизни, так и для здоровья граждан, особенно когда техническое состояние или квалификация персонала оставляет желать лучшего. Следить за своими машинами и обеспечивать их исправность необходимо не только участникам операции «Трактор», но и всем остальным владельцам техники. Ведь это является залогом безопасности не только своей, но и окружающих. Дмитрий Самойленко, Ильшат Ракаев, новости Губкинского.